Всем привет, зрители моего канала Сад Чекалина, Сызранский район. Сегодня показываю, какой у нас сад, молодой сад яблоневый. И чем вот занимались. Вот видите, побеливаем. Маленько побелили, немножко там осталась вон та сторона еще вдоль. Вот. Такой вот садик, небольшой такой ролечек, быстренький. Сейчас подойдем к ним, к деревьям, покажу, что там происходит вокруг них. Здесь 300 яблонь. Сорта разные, 17 сортов яблок. Идемте, сейчас спущусь и подойдем. Вот сейчас спустились внизу в саду. А так сверху снимали. Вот такие яблони. Обрезали уже все, весенняя обрезка произошла. Срез замазывали. Вот так вот. Небольшие такие яблоньки молодые у нас. Плодушки есть. В этом году что-то будет. Вот плодушка. Что тут? Вот плодушка. Так, там вон идемте. Подойдем еще к одному дереву. Здесь вот такие вот. Ну, они как бы еще только понемножку на них яблок. Здесь тоже вот яблоню развели. Вот смотрите, как ее. Нижний ярус, второй ярус, нижний и верхний. Вот. В этом году надо вот так эти веточки разводить. Развели вот эти четыре скелетные ветви. Вот здесь плодушка. Здесь плодушка. Ну, тоже будет немножко. Здесь небольшие плодушки на ней наверху. Ну, такой вот. Груши есть. Ну, такие вот яблони. Побелили. Ну, типа побелку мы так, чисто для себя. Сейчас будем обрабатывать. Ждем, пока конус взорвется. Ой. Почки. То есть почка начинает набухать, взрываться уже. Вот, видите. Вот плодушечки здесь, что у нас есть. Вот, вот. Здесь плодовая почка. Вот. И начнем уже обрабатывать. Первую обработку сделаем. От насекомых и от болезней первую. Потом и вторая обработка, и третья обработка. Три обработки весной. Ну все. Всем, кому понравилось, ставим нам лайк. Класс. Не забываем подписываться на наш канал Сад Чекалина, Сызранский район. Ну и всем пока. Удачи.